для сращивания главного тормозного цилиндра с вакуумом от BMW пятерочки с фаловским педальным узлом. Нам пришлось сделать вот такую промежуточную пластиночку и закрепить вот таким образом. Теперь нужно удлинить шток. Удлиним немного шток, чтобы тормоз работал в самом начале. И будем считать, что дело сделано. Ну вот, в принципе, все собрал. Теперь осталось поставить тимяшить. В принципе, цилиндр от BMW и встал на свое место. Встал практически миллиметр в миллиметр. Пришлось снимать рулевую колонку, щиток приборов. Но все встало на свои места. Теперь осталось дело за малым. Собрать все до кучи и провести испытания.